Более 2000 гектаров земель по мелиорации будут введены в эксплуатацию уже в следующем году в Северной Осетии. Для республики это хороший показатель. Об этом журналистам рассказал первый заместитель сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Марзоев. Для сравнения привел цифры этого года. По данным ведомства, в 2020-м на территории региона ввели в эксплуатацию 210 гектаров земель по мелиорации. С каждым годом цифра растет. И это благоприятно скажется на качестве и количестве урожая, поскольку мелиорация – это защитная подушка для сельхозпроизводителей во время засухи. Новых площадей в эксплуатацию, в первую очередь в Моздокском районе, потому что у нас самая плачевная ситуация в отношении засухи в Моздокском районе последние 2-3 года тем более. 23 хозяйства сегодня заявились на то, что они будут делать мелиорацию. 3000 гектаров для нашей республики ввести в год – это будет очень хорошо. В Цалыке в этих последние 2-3 года тоже ужасная засуха бывает. Правый берег тоже страдает, именно вот та сторона. И плюс Кировский район страдает. В Кировском районе тоже есть откуда воду забирать, поэтому мы их тоже на места выезжаем, доводим до людей, какая будет польза. В любом случае на орошении можно как минимум в 2 раза больше урожая снимать.